Слава Богу, церковь, за Божью милость, за то, что мы здесь, на этом месте. Я бы хотел утешать себя, и чтобы вы утешились Божьим Словом. Я хотел бы зачитать, это будет Псалтырь, 33 глава, из 9 стишка. Это не человеческие слова, это Божьи слова. И что здесь говорится? «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Таком наш Господь». И такому Богу мы сегодня поклоняемся. Давайте благословим нашего Господа этих песней. Аллилуйя.
Праведные истинные пути.